сорт острого перца Хабанера Мартиники. Этот сорт относится к виду Capsicum chinensis. Сорт довольно острый. Острота у такого перчика от 100 тысяч до 300 тысяч по шкале Сковеля. Вкус у него обычного хабанера. Созревает он от такого вот светло-зеленого, или непонятно какого он цвета, либо светло-зеленого, либо темно-зеленого, до оранжевого цвета и в конце красный. Сорт довольно высокоурожайный. Этот сорт дает урожай в течение всего года. Он плодоносит круглый год. Высота такого кустика от 60 до 80 сантиметров. Срок созревания 100 дней. Вот такие вот интересные плоды. Ой, ветер страшный на улице. Посмотрите, какие крупные. Сорт довольно высокоурожайный. Очень-очень много плодов на нем. С одного кустика можно снять до 70 плодов. Если будете выращивать в домашних условиях, кустик не будет превышать высоты около 50 сантиметров. В открытом грунте он может доходить до 80 сантиметров. У меня он сантиметров 60. Плюс он еще был обрезанный. Очень-очень интересный сорт. Давайте рассмотрим этот перчик сблизи. Посмотрите, какая у него структура. Он весь пожатый, помятый. Какой-то интересный. Стрючки очень плотные, довольно крупные. Посмотрите на мои ладошки, какие стрючки. Он может быть вот такой вот формы, интересный. Как узелок. Многоребристый. Может быть немножко вытянутый, кубовидной формы. Очень необычный, интересный. Такой плотный, плотный, сочный плод. Ну, давайте взвесим примерно одну перчинку, посмотрим, сколько она весит у нас. Так, вес одной перчинки 21 грамм. Сейчас мы ее разрежем и посмотрим, какая она внутри. Плод очень толстостенный. Толщина стенок где-то в пределах 3 мм. Это очень плотный, очень большое количество семян у него. Вот он четырехкамерный. Ой, какой аромат от него идет. От всех хабанера. Они очень ароматизированные сорта перцев. И очень-очень насыщенный у них аромат. Такой духов, парфума. Такой смешанный. Честно, даже нельзя описать его словами. Но очень-очень приятный. С них получаются очень хорошие соусы. Очень крепкие. Очень острый, насыщенный, насыщенный вкус у них. Этот сорт тоже очень плодовитый, довольно толстые стенки у него, так что с него может получиться довольно большое количество соуса, за счет того, что вес одной перчины может достигать до 25 грамм. Это как бы очень-очень большое. Если, например, вы соберете два десятка перца, это уже может сделать хорошую бутылку соуса. Так что я советую вам выращивать такой перчик у себя дома. У него очень крупные плоды и очень высокий урожай.